Здрасте, всем здорово. Записываю уже второй дубль. Первый что-то не получился. Сразу скажу, что я не с целью сделать прям какую-то жесткую рекламу. Мне пришла эта идея спонтанно. Я делал, видите, квест вот в этой локации. И просто увидел то, что в 8 утра, будний день, очень много людей, которые, ну, качаются, не спят. Онлайн-сервер очень большой. На самом деле, реально очень огромные. То есть, ну, в 8 утра, вон, челы, в принципе, прокачиваются, бегают. Это стартовая локация. Ну, идеальный мир, как бы, показывает смысла нет. Очевидно, там еще больше людей. Вот. Что конкретно? Ну, по названию видели, вы уже очевидно догадались, ребят, что тут играл Хованский. Я играл вместе с ним. Я сейчас расскажу вам, как себя чувствует сервер. Покажу стартовый, ну, стартовая локация онлайн. Вон, челы летают. В 8 утра, я прошу заметить, в 8 утра в будний день, когда людям на работу нужно. Вот, расскажу, что по клану, что по статье. Давайте вот этот видос, и сегодня вечером будет конец розыгрыша на 750 голды у меня в Телеграме. Сегодня будет конец, объявим уже победителей. Вот, также, кому нужен клан-бонус, кто хочет поиграть со мной, ребят. 160 человек, у нас еще есть 40 мест в клане, вот. Кто еще не вступил, можете вступить, поиграть с нами, также получить клановый бонус. Вот, это касательно клана, касательно голды я сказал, и реферальная ссылочка, ребят, конечно. Если вам нужна реферальная ссылочка, вы хотите играть с классными бонусами, с титулом ЧСВ, в описании также будет весь лут за реферальный набор по регистрации моей, да, будет в описании также, то ссылочка будет закреплена в комментарии и также в описании. Вон еще какой-то чел бежит. Вот, сейчас я вам буду конкретно вот, ну, показывать людей, которые тут бегают. Очень много локаций, допустим, вот мы находимся в персиковой обители, можем тэпнуться сюда, посмотреть, что тут. Я тут еще, честно, не был. Посмотреть, есть ли тут люди. Раз какой-то чел летает. Ну, это АФКшный чел, я думаю. Давайте еще посмотрим. Это тоже, я думаю, хотя не факт, что он АФКшный. Не факт, что он АФКшный. Вон еще один чел какой-то летает. То есть, ну, условно, три человека я тут уже как бы нашел. Но... я уверен, что если куда-то пролететь дальше, найдутся еще люди. Сейчас мы еще с вами полетаем, он на меня уже какой-то чел смотрит. Может увидеть себя в ролике, туда еще можно слетать. В общем, говорю, онлайн очень ебейший. Без рофла, ребят. Если хотите залетать, были вылеты. Да, проблемы с вылетами вообще, почему я записываю этот ролик, грубо говоря. Чтобы, ну, вас не пугало. Были, да, вылеты, были проблемы, но сейчас уже все нормально. Люди заходят, качаются, как бы, чтобы вы не отставали от людей. Прошел всего лишь один день со старта, реально один день. Как бы, ну, нужно залетать. Нужно залетать, уже никаких проблем ни у кого нету. Залетайте, парни, качайтесь. Вот, еще какие-то челы. Демигод, кстати. Интересно. Два тела стоит, кайфует. Вот, давайте я расскажу, как я, в принципе, начал стримить с Хованским. И потом покажу пару смешных фрагментов, плюс прикреплю к вам, точнее вам, стримы. Именно, чтобы вы посмотрели, если мало ли не нашли их. Так, давайте тут еще кого-то посмотрим. Тут вроде АФК-челы стоят. Есть еще одна локация. Сейчас давайте туда долетим. То есть, условно, в вот этой локации, ну, 5-6 человек. В этой локации человек 15-20. Это 8 утра, ребят, старт сервера, я напоминаю. Бегает. Вот, тут еще квестики есть, но я хз, чел АФК, тут не АФК, сейчас мы посмотрим, кто двигается, кто не двигается. В общем, короче, мне пишет админ, хочет постримить, хочешь ли ты постримить с Хованским? Я такой, ну, а что, а как вообще это будет выглядеть? Он мне объясняет, я такой, ну да, в принципе, можно. Вот. И мы с ним связываемся в скайпе, да, мы с ним связываемся в скайпе, это не рофл, нахуй. Я говорю, типа, ну, мы там общаемся, туда-сюда. Он говорит, я думал, ты мне там объяснишь, покажешь, что кого, типа, чтобы я вспомнил. Вот, тут какие-то челы АФКшные, кстати. Вот, я говорю, что, может, куда-то в другое место пойдем, там, типа, Discord, TeamSpeak. Чел говорит, типа, нет, я бумер, нахуй. У меня только Skype, я скуф. Я не понял, что такое скуф, нахуй. Но то, что он бумер, я это уже понял. Бумер, типа, старый чел, нахуй, который, это... ничего ему уже не нужно, нахуй. Короче, старый тип, как я понимаю, бумер. Вот, ну я, короче, ему объясняю, настраиваем там, чтобы заплетки на стриме не кидали. Ну, кстати, тут, походу, только одного типа не АФКшного нашел. АФКшные типички, что я тут между делом тогда. Вот тут, я думаю, найду кого-то, сейчас посмотрим. Так, секундочку. И, короче, кстати, нет,
Кстати, кулинар, нахуй. Кулинар, знакомый ник. А, кулинар это чел, кстати, который этот, с моей конфы. Он говорил то, что он жестко запотеет. Кулинар. Ну, 30 левел, нахуй. Вот, в общем, все, давайте строго по видосу. Я пытаюсь реально вам показать то, что, ну, онлайн. Ну, там чат, я даже не обращаю внимания на чат, парни. Потому что, ну, 8 утра он летит. Понятное дело, что старт сервера, но, как бы, блядь, 8 утра будний день, салам алейкум. С вылетами, да? Вон новые люди заходят постоянно на сервачок. Еще он какой-то чел там. Давайте встанем возле стартовой локации и будем смотреть. Еще какой-то чел зашел. Как бы, ребят, кто хотел залететь и его отпугнули лаги, залетайте, 100 баллов не пожалеете. В общем, смотрите. Короче, мы сидим в скайпе, типа я ему рассказываю, что куда. Типа, что выключить, что включить. Вот, и в принципе уже говорит, все, я пошел крутить казино, напишу тебе за 10 минут. Вот, я сижу в стриме, челы до сих пор не верят. То есть я назвал уже стрим с Хованским, челы пишут, где Хованский, что за кликбейт. Я пишу, говорю, сейчас будет, люди все равно не верят. И потом нахуй появляется Хованский. Онлайн, кстати. У меня именно на стриме, блядь, было около 150-200 онлайн. Но у меня отъебнулся нахуй стрим. У меня отъебнулся стрим, блядь. И как бы, салам алейкум. Где-то час я сидел без стрима. Ну вот, но потом все-таки получилось его включить. Стрим Хованского, я не знаю, будет ли он сохранен. Надеюсь, пишите сами. Но свои стримы я как бы скинул, чтобы вы посмотрели, что это был правда он, чтобы мы с ним бегали. Это был не какой-то актер. Может быть, откопаю стримы Хованского в сохраненках. Но мне кажется, он стримы не сохраняет. Вот. И, короче, сейчас я, наверное, прикреплю. Будем уже заканчивать. Это такой был тупо разговорный видос, реально. Прикреплю пару моментов. Именно один момент, точнее, реально. Один момент. И, наверное... Да, оставлю вам стримы, на которых и так все будет понятно, видно, но прикреплю самый рофильный момент, когда мы реально угорали прям в дикую голосину. И, в принципе, все остальное посмотрите уже непосредственно на стримах. Ну и, в принципе, ребята, о чем? Приятного просмотра этой небольшой вставочки. Видос, еще раз говорю, был информативный, чисто разговорный. Стрим запущу завтра, сейчас буду качаться, потому что, ну... На Хованского потратил все время, качу пустил. Надо стиль, кстати, свой вернуть свинам. Я бегал под ником Брат Ховы, стильку перекинул свою. Вот, буду качаться, заниматься кланом и тому подобным. Стрим будет завтра. Я думаю, я уже апну 100 плюс 1 РБ. Но там уже, в принципе, увидим. Все, парни, обязательно поставьте лайк, подпишитесь, колокольчик туда-сюда. И приятного просмотра. Ёб твою мать, испугала меня. Салам! Салам алейкум! Салам алейкум, господа! Сегодня со мной профессиональный стример по Perfect World Туман. Здравствуйте, Туман! Здравствуйте, меня зовут Антон. Антон, это хорошо. С Антоном у меня всегда это отношения налаживаются. Ну, по крайней мере, на первые лет 12. Я вот сегодня был приглашен на сервер Allure Perfect World для того, чтобы тряхнуть стариной. Я... Честно говоря, нихуя уже не помню в Perfect World, поэтому мне, очевидно, понадобится помощь. А, парни, у меня все в порядке. Сидит себе, как вы меня не беспокойтесь. Хотя я, конечно, вообще принципиально за фарм. Солидно. Ты прямо получал все через непосредственно фарм, не используя всякие сервисы, бонусы. Я не... Так, все. А мне уже косарик в это время кинули. Я вот пожаловался, что никто не донатит. Мне уже и косарик прилетел. Я тебе... Отлетают нахуй на раз-два. Так, где ты там? Опа, вижу. У тебя реферальная эта ссылочка, Юра, есть? Конечно, я и в чатик спамлю. Правильно, правильно. Пусть регистрируется. Бонусы классные получают. Дадут? У тебя титул свой есть? Какой-нибудь? Хова? Что? Титул. Титул? Титул Хова дадут.
Блять, все. Может, у тебя маны закончилась, друг? Да, 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 да. Вторая. Я думаю, наверное, все-таки надо было третью чаще прожимать, чтобы она давала вот эту хуйню. Потому что я спамил первыми двумя, они больше дамага давали, блядь. И так уж получилось, что, блядь, у меня закончилась вот эта вот хуета синяя, типа. А ты хуярь это руками, мечами чисто. Я хуярь это руками, это понятно, но руками он что-то как-то не нарезает, блядь. Так, так. Происходит что-то? Не-не-не, сейчас спокойно, у меня... Сейчас как зауешу, нахуй. Ух, нахуй, нихуя ты жмешь. Смотри. Ебать, они умирают, слышишь? Про гейминг пошел, видал? Так нормально, ты сразу четверых убил. Все, блядь, ёпта. Захуярить. Сука. Это сделал Архангел Гавриил, который летал со мной с начала стрима. Вот тебе и ангел-хранитель, блядь, ёпта. Прикинь, прилепился ко мне, нахуй. Пиздячил за мной, сука, полтора часа, чтоб меня отъебсти при первой возможности. Пиздец. Прям, чувак шел за мной по пятам, ни на секунду не отступал, блядь, чтоб навешать пизды, блядь. Мы ж другие квесты получили, чтобы немного левел апнуть. Давай, что-нибудь поищем. Ну и походу, знаешь, что я думаю? Что выносливость стоило качать с первого уровня, блядь. Учитывая, блядь, что меня просто отпиздячить захотят, блядь, надо было побольше прокачать, чтобы хотя бы доброжелатели могли звать. Ой, блядь.